В Красноярске наступает лето. Синоптики обнадежили. На этой неделе будет теплее с каждым днем. Уже завтра обещают плюс 22. В четверг столбики термометров и вовсе покажут 28 выше 0. Но возможны кратковременные дожди, а в воскресенье даже грозы. В целом же весь июнь ожидается жарким. Будет до плюс 30. Это на 1-2 градуса выше нормы. Но есть и плохие новости. Ветер в большинстве дней этой недели для Красноярска будет неблагоприятным по направлению. Он будет в основном дуть с востока, а это означает то, что у нас будет накопление вредных примесей в атмосфере. Будет восточного направления, преобладающее направление, и при этом слабым.